Приветствую вас, мои зрители и подписчики. У нас в обзоре будет монета Украины, посвященная защитникам Донецкого аэропорта, так называемым киборгам, которые удерживали Донецкий аэропорт в течение 242 дней. Скажу сразу, это нумизматический обзор. В нем нет никакой политики и попрошу всех участников обсуждения воздерживаться от резких высказываний. Нас всех объединяет только одно – любовь к своему увлечению, и ничто другое нас не должно разъединять. Я вас очень прошу придерживаться этики и не допускать оскорблений в отношении друг друга, как это бывает в последнее время на многих YouTube-каналах. Это было такое лирическое отступление. Теперь перейдем непосредственно к самой монете. Монета достоинством 10 гривен, введена в обращение 30 января 2018 года. Совсем еще свежачок. Тираж монеты для Украины огромный, 1 миллион штук. Отчеканена из сплава на основе цинка. Качество uncirculated. Диаметр 30 мм, масса 12,4 грамма. На аверсе размещены надписи «Украина», год чеканки 2018, герб Украины, ниже номинал 10 гривен. Правее стилизованная композиция «Руки с оружием» и надпись «За честь, за славу, за народ». В самом верхнем углу логотип банкнотно-монетного двора Украины. Ориентация монеты медальная, гурт рифленый. На реверсе изображен солдат в каске на фоне разрушенного Донецкого аэропорта. Справа надпись «Киборги.ua» и даты удержания аэропорта. Монета реализуется в банках без капсулы, почти по номиналу. Небольшая наценочка где-то в пределах 10%. То есть где-то, если она 10 гривен номинал, то где-то 11 с хвостичком она стоит. Многие коллекционеры закупают их роллами. В каждом ролле 25 монет. На аукционах цены пока разные. Встречал и по 1,5 доллара, и по 55 центов тоже встречал. Пока монета новая, цена на нее плавает. Думаю, что через некоторое время все стабилизируется и цена будет не выше, наверное, 50-70 центов. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Возможно, жители Украины смогут ее встретить даже среди ходячки. Тираж все же огромный. Спасибо за просмотр. Буду благодарен за лайки, дизлайки, а также комментарии. Особо буду благодарен за подписку на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новинках на моем канале. У меня будет еще очень много чего интересного. С вами был канал MyHobby. Всем удачи, мира вам и добра!